have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и это Cat Quest 2, как бы это ни было удивительно, но на самом деле вы не удивлены, я вам говорил, что будет эта серия после финала, и эта серия реально есть. Итак, мы находимся сейчас в пещере, я пытался отсюда, я могу отсюда выйти, я думал, я не смогу. Короче, мы с вами, вот это вот у нас финальный квест, после которого заканчивается игра, вон там у нас сохранение сверху. Мы идем буквально вот тут вниз, и здесь у нас ключ дракота, или дракота. Мы заходим сюда, и забираем ключ. Похоже, что-то где-то разблокируется. Это я абсолютно случайно только что обнаружил, когда сюда зашел. Подумал, опа, тут какой-то данж непройденный внизу. Думаю, зайду сюда, начнем с него в самом-то деле, но... В общем-то, опять что-то где-то разблокируется. Это удивительно. Это просто удивительно. Ладно. Теперь, насколько я понял, нам нужно... Вот сюда. Остров Основателя 2. Давайте туда дойдем и потом продолжим уже оттуда. Итак, мы здесь. По пути я, кстати, забрал небольшой сундучок с опытом, и мне этого хватило как раз для того, чтобы апнуть 105-й. Вы помните, у нас был квест, который... Где же он находился? В Двугороде он находился, где мы встречались уже с разрабами. И тут они выглядят точно так же. Давайте поговорим. Приветствуем, игрок. Вы проделали немалую работу, чтобы найти нас. Мы Gentle Bros, создатели Cat Quest 2. Круто. Не верите? Позвольте это доказать. Я создам для вас самый простой квест. Самый простой. Сложность на 5 черепов. Да, давайте. Черт, я могу. Квест пройден. 1 XP, 1 монетка. Хорошо, красиво. Ну что, демонстрация наших возможностей впечатляет? Да. Нет? Примите еще один квест, и вы узнаете, что мы действительно, на что мы действительно способны. Если вы примете этот квест, все сохранения данных будут удалены. Да. Блин, как бы мне не пожалеть об этом. Пожалуйста. Мы никогда не удаляем сохраненные данные, не волнуйтесь. Фух. Я аплодирую вашей храбрости, игрок. Блин, я не хотел этого делать, извини. Так, хорошо. Ну что, теперь-то верите? Или все еще сомневаетесь в наших силах? Принимайте следующий квест. Смотрите, я полностью контролирую музыку. Да. Я могу сделать так, чтобы неигровые персонажи появились из ниоткуда. А, что, где? Фух. Теперь впечатляет? Квест пройден. Итак, вы видели наши возможности, но это не впечатляет. Отважитесь теперь пройти этот последний квест? Да? Офигеть. Пройдите через портал, если выживете, мы наградим вас чем-то очень особенным. Царство Джентл. Мы работали над этой игрой так долго, что невозможно остаться равнодушными. К бою! Черт! Выпусти меня! Ёппер СТ! Так, магия, понятно. Магия — это способ выжить.
Черт, 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 черт. Так, минус два. Нет маны. Ой, спасибо, чувак. Последний. Фух, это было реально сложно. Это было всего лишь один там 100-миллиардный процент нашей силы, но неплохая работа. Офигеть. Фух. Надо как-то отхилиться будет. Вы получаете секретный ключ. Он открывает дверь к этой скрытой пещере. Удачи, игрок. Где эта скрытая пещера? Блин, я забыл, где она. Теперь вы тоже один из нас. Костюм джентльмена. Опа, а вот это круто. Если вам нравится Cat Quest 2, спасибо за поддержку. Очень нравится, ребят. Я вам говорил уже. Блин, два уровня привалило. Так, квест меня сейчас ведет просто сюда, дальше. Нет, мне нужна пещера. Пещера в лесу. Где она у нас была-то? Ёлки-то палки. Где-то на кошачьей территории, да? Сейчас. Ладно, ребят, давайте я найду, потом вернемся. Кажется, я думаю, это она. Вот здесь. Нам нужно... Ну, в любом случае, тогда вернемся, когда я туда дойду. Так, ребят, я думаю, это здесь. Давайте посмотрим. Ай. Еще я думаю, что раньше... Руины, в этих руинах мы были. Я думаю, что раньше браться за поединок с разрабами было глупо. Вы видели, как мы еле вытащили. Уровень 99, кстати. Да, пойдемте. Серьезно? Я должен победить три сундука. Кстати. Опа! Опа, опа, опа! Они ваншотят! Я хотел сказать, они, кстати, неплохо убиваются, они просто ваншотят нафиг. Уйди от меня. Это сейчас очень было напряжненько. Они просто ваншотят. Надо взять этот ключ уже наконец-то. Фух. Ха-ха-ха-ха. Так, окей. Золотые сундуки разблокированы. Да! Наконец-то. Мне интересно, там обычные вещицы будут или... Архитектор! Снижена цена заклинания, 61. Офигеть, так, стоп, а что у нас там было? Да нет, нет. 69 и 69. А этот у нас, это ж посох, да? 61 сходу дает. То есть можно вполне накинуть там вместо меча, поскольку... Блин, это очень крутая вещь так-то. Прям вот так, нате вам офигительный артефакт.
ты не офигел меня так бить-то, больно же. Так, хорошо. Прям при вас я все золотые сундуки собирать не буду, потому что это дофига как долго, и их разбросано по карте очень много. Соберу только самые очевидные, которые были тут недалеко. Возможно, сейчас побегаю за кадром, пособираю. Мне еще интересно про ключ дракона. Шапка шута ААА. Офигеть. Увеличенная скорость атаки. 30 атаки, 63 это. Ну-ка, блин, это уникальные вещи везде, черт. Что у меня, поварский колпак получается, да? Поварский колпак у нас напёсили, а здесь у нас одето здоровье плюс 20%. Процентов, это очень круто, кстати. А тут у нас... Не, ну я сильно потеряю. Вообще, для середины игры, если бы я это в середине игры, допустим, где-то нашел, это было бы просто бомбезно. Для середины игры, я боюсь, я бы просто не потянул. Там у них урон просто очень огромный, у этих Gentle Bros. Так, где там у нас был сундук еще? А, вот там внизу. Ладно, ребят, давайте тогда до сундука доберусь. А, да, тут еще на острове один сундук был. Булава шута Б. А и Б. Сидели на трубе. Тоже увеличенная скорость атаки, кстати. Очень круто. Вот, вообще, давайте я тут сохранюсь. Так. И что еще самое интересное, я сейчас понял, сундуки показываются на карте, их можно будет все найти, а это крутяк. Так, давайте тут еще посмотрим. Палка старейшины. Тоже магия, манна. Пожалуйста, блин, это... Вот я как раз что интересовался, сундуки это уникальная вещь или что-то вторичное? Это уникальные вещи. Фух. Так, тогда предлагаю прокачать нашу магию, пока у нас есть немножко денежки. Да-да-да, хочу, чувак. Берсерк. Огнемур хочу улучшить, потому что я очень много им пользуюсь. Тут все магии хорошие, но просто не знаю, мне как-то позаходили определенные типы магии, которыми я пользовался, и не знаю. Я как-то потом уже не особо обращал внимание на что-то другое. Возможно, это была ошибка, кстати, с моей стороны, я не спорю. Вот. Ну, как видите, магию качать на самом деле очень-то дорого. И у нас, оп, и уже закончились деньги. Я уже могу, вот, ну, еще Огнемур могу прокачать. Потому что он уже очень хорош. Все, пойдем отсюда. Можно сейчас попробовать. Там у нас были то ли разбойники сотого левела, то ли что-то такое. Какие-то ребята очень серьезные. Так, сюда мы заходили. Запущенная пещера. Куда запущенная? В космос? Ой, сюда мы... Окей. Сюда мы не заходили. Там вон еще и сундучок стоит. Тут у нас с секретными ходами, я так понимаю, да? А в эту сторону никак? Вот это с секретными ходами иногда сбивает с толку, потому что ты никак не можешь сказать, где он есть, этот секретный ход, а где его нету. Хотя вот такие вот доспехи скелета короля. Офига себе, туманная стойкость, магия. Блин, какие вещи уникальные. Мне что, хилка сбилась при этом? Так, ну допустим. Кстати, вон тот скелет с огромным мечом, он мне как-то вот не нравится. От него прям веет тем, что мне он не нравится. Вот такие вот похожие на мостики места все-таки. С
сгори, пожалуйста. И не надо по мне 3000 урона, сгори, пожалуйста. Блин, хпшки не осталось. Ау! Кстати, походу у меня получился пёсель-то, кстати, сильнее, чем кошак, потому что... Ну, я изначально одного как воина качал, а другого как мага. А пёсель у меня сейчас получился на ведущей роли, потому что у него, по-моему, и магический, и этот урон очень хороший. Очень прикольный. И жизни у него, кстати, больше. Хотя, по идее, танком должен был быть кошак, но пёсель у нас танкует, и скелеты короля улучшены. Ай-яй-яй, какая красота. Наверное, я даже пока что... О, сюда можно подойти. Еще 53 уровень, 169. Ох ты ж. Так, стоп, ребят, стоп. Подземелье исследовано, да. С этого момента, погодите. Это становится слишком круто. 50, у тебя дает 57 манны, и 57 магии и одну манну, да? Где там этот... нет, собачья лохмотья. Где был этот доспех... костюм джентльмена? Нет, кстати, он тоже очень крутой. Доспех... Вот, скелета короля. Офигеть, какой он суперский. Смотрите, это просто... офигенно. Это просто чудовищно классный доспех на магию. И так уж по статам получилось у нас... Что там выходит, кстати... Ну, смотрите, 735, 631, 700 на 869. То есть, да, фактически у кота сейчас больше рукопашного урона, но при этом больше брони, больше жизни, больше магического урона. Все это у пёселя. Я же говорю, мне кажется, что сейчас он прокачан даже посильнее. И можно танковать. Попробуем сейчас. Вот, тут еще один сундучок. Тут вот эти ребята, да. Блин, жизни вот... Ай-яй, вылечиться не могу, хорошо. Корона скелета короля. Что у нас там поварский колпак давал, на секундочку? Здоровье 50%. Шляпа шефа. А эта шляпа у нас давала здоровье 20% и 30% брони. Тут здоровье... Дофига здоровья, короче. А что у нас эта корона дает? Я получу еще больше магии, еще больше брони. И меньше здоровья... Стойте, а стоит ли мне это делать? Надо подумать. Кстати, ее же все равно можно еще и прокачать, так что это не проблема. Сейчас я хочу сохраниться, потому что иначе я себя никак не восстановлю, мне кажется. А где у нас тут? Я видел, что там есть у нас еще пещерка, куда можно сходить. Где у нас тут ближайшее сохранение? Неужели только... А, нет, у магов есть. Вон, у магов можно сохраниться. Там, где мы магию качали. Отлично. Пойдемте еще в эту... В этот данж заглянем. Я, блин, сохранился, чтобы хпшку-то себе зарегенить. О, он мне берсерка врубил. Придется опять идти сохраняться. Ну, потому что, блин, лечилкой восстанавливает себе там 8000 жизни. Это уже не по-человечески, это уже долго. Так, сотый уровень, поехали. Проклятые руины. Да, исследовать. Ловкость, да-да-да, сокровища, да-да-да. Ф!
бах, сходу такой, на тебе на 5000. Офигенно! Жги! Блин, меня тут сейчас убьют. Я неправильно распределил. Я неправильно распределил вещи! Да не попадай ты по мне! Да! Блин, не будет... Четвертая волна, черт! Вставай, вставай, дружище, вставай! Так, хотя бы от этого избавились, хорошо. Я должен это пережить, я должен это пережить. По мне сейчас один сморчок, и я слился. Бей его! Да! Пятый не будет! Последняя! Вы что, издеваетесь нафиг? Нет маны. Надо их сжечь, надо их сжечь. Хоть бы получилось. Вот это просто на волоске сейчас было, офигеть, 5 волн! При том, что я начал отхавывать повреждения с первой же волны, что это было сейчас вообще, офигеть! Вот это эмоции! Дайте мне что-то бомбическое! Сборщик костей, кража жизни, 46 и 46! Так, у нас там, это булава генерала, она на 100 с чем-то урона, да? По-моему. Так, буревестник, на 104, и буревестник 69 и 69. Хм. А сборщик костей 46 и 46, его качать надо. Эти все, хотя он буревестник 12 уровня всего лишь, ну, королевский клинок, я имею в виду, что-то я его буревестником стал называть. Он всего лишь 12 уровня, и он уже дает такие адские повреждения. И вот этот, короче, сборщик костей, его тоже надо прокачать. Я думаю, он тоже будет просто... У меня 2000, я все на магию потратил. Как неудачно-то. Не-не-не, ребят, до свидания, не до вас сейчас. Вот прям серьезно не до вас. Ух. Так. Так, так. Остается вопрос... Что насчет ключа дракота или даже дракота, я уже даже не знаю, надо будет сейчас смотреть. Потому что уже 3 чего-то я открыл, да? Хм. Причем третий я открыл совершенно случайно, сейчас нашел, я был без понятия, что он там существует. Блин, этот сундук очень далеко. Давайте доберемся туда, я вам покажу, что было внутри. Итак, вот он. Пламя дракона. Огненный урон плюс 100%. Офигенно. Вот тут есть сундучки, мы сейчас обязательно туда тоже сходим. Причем там есть один простой, один золотой. Это мы сейчас просто так рейдим, смотрим, что к чему на самом деле... А шляп ледяного мага неплохо, тоже хорошо. Я, по-моему, даже с ней ходил какое-то время. Лапортовая пещера. А я везде здесь был уже, да? Булава шута АА.
А-а-а, вот как она выглядит. А-а-а. Так, неизвестно, уровень 60. Но это все у нас были какие-то квестовые, да, места? А там что у нас за данжик такой неисследованный? Пещера Пушасов. Пушасов. Ужасов, что ли? Пушасов. Да, удачненько. До свидания. Да блин, все равно отхавал. Клинок авантюриста. Блин. Лечить его реально долго теперь. Ну, допустим, я отхилился, хорошо. Хм. Так по-хорошему нужно было бы разобраться. Там, помните, у нас был супер кактус какой-то? Очень крутой. Я думаю, что с вот этими мечами, которые у нас сейчас есть, мы могли бы на этого кактуса пойти, но для этого нам все равно пришлось бы еще прилично прокачаться. То есть у нас есть два крутых меча, в которые мы можем вложить. Ой, исцеляющий посох, кстати, тоже прикольно. 120, да хорош! Блин, а тут как раз тут мы, по-моему, все-таки могли бы открыть. Ну ладно. Минус. Отличнейший. Нагрудник авантюриста. Вообще хорошо. Пойдемте тот красный сундук тоже вскроем. Ледяной посох. Вообще замечательно. Так, да, этот данж мы исследовали. Но почему-то над некоторыми появляется ромбик, над некоторыми нет. Я уже высказывал предположение, что, возможно, это из-за секреток, их наличия или отсутствия, так скажем. Так, так, так. Тут у нас есть сохраняшка, да. Как раз то, что мне нужно. Хорошо, теперь я бы все-таки хотел, наверное, глянуть на то, что нам нужно делать с дракотом. Так, ребят, я тут полазил по карте, посмотрел, тут есть ключ дракота. Это второй ключ. И я здесь уже был, я сюда пришел и застал, что эта пещера уже мною облутана. Ну вот тут вот рядышком есть подземелье, в которое я и намерен сейчас сходить. Получается, подземелье, вот эти два ключа, они, наверное... Я не помню. Короче, вон та штука в пустыне, которую мы находили тайны, она как-то связана с этим или нет? Сотый уровень. Поехали посмотрим. Подземелье. Первый ключ найдется к югу от начала квеста. Нашли. Второй ключ найдется строго на запад от подземелья. Нашли. То есть ключа было два. Узри дракота, первого наследника дракона. Найди ключи, сокрытые в мире своем, и сокровища подземелья будут твоими. А я нашел. Ёлки-палки. Ну а как бы, чего ожидать-то? Это... Ай, блин, я под раздачу попал. Да хорош, надо быть аккуратнее. Да хорош, говорю! Блин. А, у него... У него это... Иммун, да? Я тебя понял, я же говорю, осторожнее надо. Ай-яй-яй-яй! Это...
Блин, он меня тупо убил, офигеть! Что-то я далековато оказался. О, ладно, пойдемте. Это было что-то слишком жестко. И он был один, и он меня рас... Ну, там тесно, да, из-за того, что тесно... Стоп, а там уже у нас еще какой-то данжик. Я просто гляну. Нет, мы туда, естественно, сейчас пойдем. Я просто хочу... Руины Дресс. Блин. Серьезно. Из-за вот этих вот мелких я не могу туда попасть. Давайте сходим. Черт, я даже не глянул, какой уровень. А надо было. Да-да-да, исследуем. Ловкость, все дела. Что уровень только что прилетел. Блин. Я опять умудрился мага убить, да? А эти штуки летают. Им колючки не страшны. Читеры мелкие. Вставай, чувак. Колючки убери. Спасибо. Фух. Нагрудник ледяного мага. Ну, да, но не знаю, уже просто немножечко такие вещи не впечатляют. Пойдемте попробуем все-таки этих драконов помучить. Надо где-то поближе сохраниться к ним. А есть место, где я могу поближе сохраниться? Только в престоле? Ну, пойдемте. Блин. Хотелось бы место сохранения поближе, а не в престоле Люкуса. Ну, давайте в солдатском лагере хотя бы тут же сохранимся. Сколько у нас денег? У нас 6000. Интересно, сколько сейчас будет проходить скейлинг, прокачка на эти мечи. Да-да-да, свой хот-дог улучшить хочу. 3900 за один уровень, офигеть! А тут 1300, кстати, за один уровень. Кража жизни. Ну, сюда нужно 1025-30. Наверное. Блин, реально много денег на это понадобится. Ладно, пойдемте попробуем этих помучить немножечко. Классно, я укололся об кактус. Блин, вообще суперски. Уровень сотый. Интересно, а что во втором? То же самое или другой данж? Другой данж! Вообще круто. Ай, больно, 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 больно. Доспех, дракота. Огненная стойкость 20%. Урон плюс. О, это круто. Тут просто комната с ловушками. Там три дракона, а здесь комната с ловушками? Вы серьезно? Кажется, немножко нелогично. Не, ага, надо зачистить все. Ну хорошо, пойдемте. Не подставляемся! Не подставляемся. Главное правило. Уходим из-под урона, блин. Уходим из-под урона!
Ну вот, все, нормально. Если не подставляться, то он нормальный. Давайте еще отхилимся немножечко. Хорошо. Дракон, аж до 3, кстати. Успокойся. Ты сюда летишь, нет? О, а этого сжечь можно. Ему неплохо так от магии прилетает, кстати. Да выйди отсюда, блин! Все. Ух. Хорошо. Кое-как. Кстати, ну что-то можно было. Творец драконов. Огненный урон 5%. Блин, какие пушки офигительные пошли. Как бы... И все это под конец игры. Да, я понимаю, что я сам накосячил, наверное. Выйди! Он горит? Ну, он горит, но так себе горит. Ай-яй-яй, да выйди ты! Надо отхиливаться, что ты поделаешь. Куда ты пошел? Офигеть. Пошел еще и отхватил там. Ну, ты серьезно, дружище. Теперь у меня нет манны. Как у тебя до сих пор нет маны-то? Да давай просто уже загасим его, пофиг. Фух. О, 109 уровень. Ну хоть подлечились на уровне. И то нормально. Не, ну как-то распределение. Там просто ловушки, а тут на тебе 3 дракона. Шлем дракота. Огненная стойкость 20%. Блин, сет офигительный, кстати. Спасибо. Это сложно. Это сложное задание. Ну, я рад, что мы его сделали. Причем мы были на этом острове. Я, видимо, сюда не мог... Или не мог попасть, или не знаю, что. Так, кстати, у нас еще остались неисследованные несколько данжей. С учетом... Так, сколько денег? Денег-то дали штуки 3 где-то. Что вот это вот такое? Мне интересно. Пещера волка, и у нас там где-то еще... А, теперь я могу сюда зайти, кстати. Пещера волка. Да ты офигел! 150 уровень! Я им ничего здесь не сделаю, вообще ничего. Ну, то есть, да, я их царапаю понемножечку, но им пофиг на это. Офигенно. Я не сохранился, да, после... Но он меня ваншотнул просто. Видали, сколько ему урона наносил? Так, есть, значит, пещера волка. Миночку, вы же мне не будете говорить, что... Дайте я посмотрю. У меня сет на месте? Дракотика-то нашего.
Да, сет на месте, все, значит, прогресс сохранился. Все, 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 хорошо. А, ну, блин, ребят, 150 уровень. О, это жестоко. Вот. Там еще, получается, две пещеры, одна кошачья, одна собачья. Ну, волка и этого. Вот. Но для этого нужно очень много еще сейчас будет нафармить, чтобы прокачать пушки, чтобы прокачать уровень, потому что, ну, я им ничего просто не сделаю, вообще ничего. Что у нас кроме этого осталось, кроме этих двух пещер? Тут я вроде все сделал. Тут мы были, тут я все сделал, хорошо. Есть квест в Догтауне. Сейчас, ребят. Кстати, пока я тут шел, я сундучок нашел. Надо бы его, наверное, вскрыть. Что-то мне подсказывает, что тут хорошая вещица может лежать. Пустота дракона. Блин, какие вещи. Да, мы уже близко. Пойдемте, заодно там и сохранимся. Уйди от меня. Да, после того, как в тебя вливают 5000 урона, какие-то там 250 урона, кажется... На, можешь бить меня до завтра. А, итак, кормилица. А вот и вы, малыш, Йо, говорит, вы хотите что-то рассказать мне ради семьи. Это касается малыша Йо, верно? Я уже приняла... Нам сказали, что здесь находится кот. Скорее всего, это жалкий комок шерсти. Стойте, вам, солдатам, нельзя здесь находиться. Я ждал вас позже. Малыш, а, ты сделал свое... Что? Хватит, мы просто арестуем вас всех. Выходите отсюда. Ну, нет, ребят, вы же понимаете, что я этого не позволю. Мама, мы прячемся. Как-то так. По 4 монетки дают, серьезно? По 4 монетки. Ради семьи 3. Значит, я уже где-то выполнял 2 квеста с этой стороны. Я уже забыл об этом. Слава усам, они ушли. Мы в безопасности, по крайней мере, пока. Простите меня, ребята, я хотел убедиться, что малыш Йо выберется отсюда как можно скорее. Малыш Йо. Но с ним уже все в порядке. Благодаря вам. Вот награда. Малиновые доспехи улучшили. Круто. На самом деле, вы гораздо добрее, чем кажетесь. Еще раз спасибо. Это была вся линеечка квестов? Я бы не хотел упускать. Так, в столице у нас ничего нет. Тут квеста нет. Да я думаю, что на этот раз-то все. Хотя, кто знает. Еще то, что мне нравится, что квесты реально обозначены на карте, и можно не особо заморачиваться, упустишь ты его или нет, ты можешь просто просмотреть карту и понять, где ты был, где не был. За это огромнейшее спасибо просто разрабам, потому что они делают офигительные квесты и дают возможность не упустить их, эти самые квесты, это очень круто. Так, тут у нас поселений никаких-то больше не было, здесь мы все прошли. Здесь было. Солдатский лагерь, блин, там тоже был очень крутой квест. А, вот, кстати, Катактулху. Пойдемте еще у него сундук откроем, потому что мне очень интересно, что там. А, Ктулху-то мы убивали, хоть это было тяжело, но тоже интересно. Ладно, чувак, давай. Не ходить же тебе, я же тебя уже поцарапал, не ходить же тебе просто так теперь. Зато теперь можно просто вот так вот по карте шататься, и никто тебе ничего не сделает. Это очень прикольно. 109 уровень. Блин, там эти волки на 150 уровень, они ваншотают. Я даже не знаю, что нужно и как вкачать, чтобы с ними потягаться. Ты опять здесь? Ты серьезно? Я ж тебя убивал. Сейчас, ребят, минутку. На этот раз, кстати, все не так долго было. Естественно, как в прошлый раз. Я его сейчас побыстрее расколупал. Хотя урон он все равно вливает офигительный. Вот, но сейчас все стало гораздо проще. Да, пришлось пару раз отбегать, подлечиться. Вот, но, как видите, он сейчас сливается. Оп, и все. Еще и уровень прилетел, вообще хорошо.
Фишка в том, что нельзя открыть сундук, пока рядом с ним моб, поэтому Ктулху мне пришлось убивать дважды. Смелость 0, здоровье 100%. Офигеть. Что там моя бронька дает, напомните мне. 106 брони. Так. 106 брони, доспех рыцаря. Я, пожалуй, да. Уровень 99, сразу максимальный. 14 тысяч. Я понимаю, что по мне все сейчас будет заходить по броне, потому что вообще не осталось. Но, блин, столько... Офигеть, 14 тысяч хпшки. Надо это все как-то восстановить теперь. Где бы, интересно. Где у нас там сохранялка была ближайшая? Да хотя бы в Люкуса пойдем, в стену Люкуса. То есть, получается, один раз мы его убили, потому что нашли, а второй раз мы его убили, потому что нам пришлось забирать сундук. И, кстати, что у нас получается? За эту серию еще 5 уровней прокачалось. Вроде как из ниоткуда, из ничего. Это очень прикольно. Фух, сохраняшку. У нас 10 тысяч есть. В общем, да, по сути, чтобы пройти игру на 100%, нужно еще прокачать мечи, нужно еще убить ту мамашу кактуса, потому что она очень насыщенная, она постоянно плодит мелких кактусов. И пройтись по еще двум пещерам. Ребят, честно вам скажу, это я уже, наверное, буду делать за кадром, потому что даже вот эта серия просто бонусов зашла у нас практически на час. Я не... Ну, короче, это еще докачиваться и проходить займет это маленький процент игры, который остался, который займет большое количество времени. Зато вы теперь знаете все секреты, вы теперь знаете все, как здесь и что. Мы посмотрели на броню Седра Кота, мы посмотрели на остров разрабов, мы прошли окончательно некоторые маленькие квесты, пооткрывали сундуки. По-моему, это обалденная заключительная серия. И то, она у нас так бонусная, если вы помните. Поэтому, наверное, здесь мы с вами, ребятушки, пока что закончим. Я очень рад, что мы были в этом приключении. Я рад, что мы были здесь вместе. Здесь очень классно, очень круто. И я вам рекомендую на 252% эту игру, чтобы вы прошли ее сами, почувствовали все те ощущения. Постройте свой билд, раскачайте своих героев по-другому, если хотите. Все в ваших руках. Все, ребятки. Увидимся в следующих проектах, в других игрушках. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.